Ну, если больше возражений нет, тогда голосуем дальше. Резолюция 1217 требует наличия действующих водительских прав или документов, подтверждающих гражданство США, для участия в государственных и муниципальных программах и получения поддержки в виде продуктовых талонов, пособий и так далее. Голосуем. Я за. Я за. Два голоса есть. Значит... Минуточку, парни. Джек, я же тебе говорил, твой вопрос мы рассмотрим отдельно всему свое время. Вообще-то я про эту резолюцию, которую вы чуть не приняли. При всем уважении, полковник, обсуждение закончено. Да, да, я слышал. Но, видите ли, ребята, это плохая идея. Да? Нельзя так с людьми. Я уже проголосовал за. Я понимаю, ситуация непростая, но вы не исправите ее, выбросив этих людей за борт. Мы никого никуда не выбрасываем, Джек. Даже когда военная база работала, с деньгами была напряженка. А сейчас, когда ее закрыли, надо включать голову. Надо избавляться от мошенников. Нет среди них мошенников. Ты сам знаешь, им нужна помощь. Тогда все проще простого. Предъяви документы, и будет тебе счастье. А предъявлять им нечего. Слушай, не я утверждаю правила. Ну, то есть, да, я, но не в одиночку же я. Вопрос закрыт. Да. Ладно. У нас есть еще необходимые голоса, значит, резолюцию можно считать... Чисто из любопытства. Помнишь, было наводнение? И те, кого ты назвал мошенниками, стояли плечом к плечу с нами. 3 дня кряду таскали мешки с песком. И в итоге спасли твой магазин. Тогда документов не просили? Закончили обсуждение, Когда они принесут еду на церковный праздник, попросите документы? Уолт! Хватит, Джек. Ты высказался. Слушай, мы действуем по закону, но это не значит, что мы злые люди. А я не говорю, что ты злой человек, Билли, но ты напуган. Да и все мы тоже. Было в городе 15 тысяч жителей, а за день стало 5. Вот тебе и здрасте, и работы никакой. И ее не будет, если мы начнем цапаться между собой. В спецназе нас учили, прочность цепи определяет слабое звено. Сидящий здесь отец Хьювелл учил меня, что я таки сторож брата своему. Отмотай все, назад к слабому звену. Да, сейчас. Ну что, подходит? Нас учили, прочность цепи определяет слабое звено. Хм, неплохо. Отец Хьювелл учил меня, что я таки сторож брата своему. Все, что мы делаем для страждущих, мы делаем для Господа. На вид консерватор, а формулирует прогрессивно. Это святое писание. Понимаете, какая штука? Легко быть несгибаемым в хорошие времена. Другое дело в плохие. Если в беде изменяешь принципам, то, наверное, это не принципы, это хобби. Где все это было? В Висконсине. Дирлакен. Дирлакен. Угу.